Друзья, всем привет! Вы на канале «Мужские интересы», с вами Роман. Сегодня выбрался покопать, определил несколько точек. Вернее, еще вчера даже выезжал и вот эту точку нашел. Но сегодня вот проехал, на одной вышел, но там я промазал, она оказывается в другом месте там. Ну, по ПГМу стояла поселуха, я не полез уже в кусты. И поехал снова на эту. На эту проехал, его вчера перепахали, вот это поле. Здесь вот видите, такая ложбина, черное пятно идет. Ручей был, стопудово поселуха какая-то или домик хотя бы стоял. Но смысл тот, что приехал я, была грубая перепашка. Это я приехал где-то пол первого дня. Гляжу, приехал трактор дисковать, я уехал. Покатался, поездил, новые места поискал. Ну, нигде не вышел, толком не искал. В итоге вернулся. Вот сейчас где-то пол четвертого, уже, можно сказать, вечера. И вот здесь уже трактор раздисковал, уже пришли сеялки, старших здесь нету. Я спросил у трактористов походить, но они немного посмеялись, сказали, что здесь все время ходят, уже нечего искать, но я все равно вышел. Вот трактора стоят, у них там перекур, так сказать, сеялки приехали. Вот, я здесь хожу. И, ну, я пошел, ну, что делать, больше нечего делать, домой ехать не хочется. Конечно, был расстроен, что здесь уже... Походили, ну, сегодня я буду первый на распашке, вот это меня и радует. Ну, а так, что здесь частенько бывает комрад, хотя на карте ничего нету, ну, это, конечно, задело. И вот, можно сказать, первый нормальный сигнал. И сразу смотрите, что подымаю. Ой, где-то я уже потирал, вот, смотрите. Вы видите? Это крестик целый, с ушком по Киевской Руси. Не знаю, как вам видно через камеру или через телефон показывать. Ну, этот уже покажу на камеру. Красавчик. Смотрите, целенький, красивенький. Плюс один в моей коллекции. Красота, да? И вот, что хочу сказать. Ну, запала мне эта тема, вот, искать эти вот поселения по Киевской Руси, вот эти домонгольские времена, да даже ВКЛовские вот эти, ну, вообще мне вот это, новые предметы какие-то находить, познавать, что это вообще у меня сейчас вот азарт такой пошел, давно уже такого нету, но может быть как поначалу начинал копать и искал какие-то новые монеты, а сейчас одно и то же попадается на советских домах, на царских то же самое, и в общем вот решил заняться вот этой вот поиском вот этого вот периода. Не знаю, как вам нравится, не нравится, в общем, ставьте плюсики, кому нравится. Чтоб я понял, интересно вам смотреть эти находки новые или нет. И еще, плюсик поставьте тот, кто хочет как-то вам объяснить. Короче, я решил, когда нахожу новые какие-то вещи, которые я или сам не знаю, или не знаю, как они называются, хотя, ну, их видел. Там вот недавно я нашел волкобоя, и я, ну, как бы представлял, что это как-то, почему это так называется, для чего, я, ну, сильно не знал. Также я находил вот... Лжевитое это колечко, все мне начали писать, а почему оно такое, а почему так называется, интересно людям. Я себе пополнил знания в интернете, и вот я решил вам делать такие, ну там, двухминутные ролики по, вот, по интересным таким находкам, почему они называются, с каких времен они пошли, для чего. В общем, кому нравится вот такая затея, ставьте плюсики, посмотрю, если народа много, как бы захочет этого, буду выпускать такие ролики, ну, я говорю, минута-две, там больше рассказывать нечего, чисто покажу саму находку, дома уже ее помытую, чуть-чуть почищенную, покажу находку, расскажу, в какие времена, для чего она была, как называется, ну, там минута-две, ну, фотографии какие-нибудь, может, с интернета покажу. В общем, ставим плюсики, лайки. Чтоб я понял, что это интересная тема. Ну, а я сейчас пойду ходить. Времени так много осталось, скоро темнеть начнет. Но если будут находки интересные, останемся и по темноте походим. Так что вот, ладненько, пойдем. Так, вот выпала штучка. Еще не понял, что это, ребят, плиты или это часть крестика. Да, это часть крестика. Луч. Ну, тоже хорошо. У меня часто попадается без одного луча. Может, где и подойдет для реставрации. Ну вот, не знаю, друзья, но вроде бы целый крестик выпал. Еще вот не вижу его целиком, но торчат три луча, точно вижу целых. Нормальное место.
Как раз вот до темнота походим здесь. Я думал, уже здесь все выбито, что-то отходил минут 20, практически нет находок. И вот он, крестик целый, перед этим луч. Может, просто я еще не нашел, где именно дом стоял, где-то хожу, там центр найду, может, получше что-то пойдет. Но место битое, трактористы вон сами сказали, что здесь постоянно лазит. Ну ничего, что-нибудь и мы достанем. Сейчас покажу вам крестик. Вот, смотрите, вот лежит. Походу, целый. Вот он еще в земельке. Ох, для меня это вот, не знаю даже, не могу описать. Вот эти времена, я тем более эти крестики очень люблю. Вот такие шарики. Вот они, домонгольские крестики. Целенькие, ну ушко, наверное, протертое. А может быть и целые. Надо смотреть, чистить. Вот, красавчик. Сейчас его в вазелинку положу. И к концу, к обзору, я думаю, отойдет. Так, друзья, выпала вот такая жбонька. Не знаю, хотел сразу в сумку кидать к мусору. А здесь вот узор. Щеточкой почистил. Думал, сначала браслет, может, какой был. Но здесь какие-то вот еще. Это накладка, наверное, от ремушка от какого. Ну, наверное, скорее всего. Вот снова трактор завелся, пошел. Ну и мой радужка ходит. Пока еще не сеют, можно походить, побегать. Нашел вот какую-то штучку, не знаю, что это. Это, я думаю, какая-то типа застежки была. Может быть, на сумке калита какая-нибудь. Вот она крепилась. Что-то там еще вроде пикнуло, или это таким рваным сигналом. Но тоже старинная вещь какая-то. Пишите, кто знает. Так, друзья, пока есть минутка, хочу порекомендовать всем вам проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей. Магазин у Деда Мити. Там огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина, есть розничный магазин в городе Подольск. За годы работы магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-In. Я и сам являюсь клиентом этого магазина. Для поисковых отрядов действует особое условие. Назовите промокод «Мужские интересы», и вы получите скидку или отличный бонус при покупке металлоискателя. Магазин у Деда Мити. Ссылка в описании. Вот так вот, друзья. Тема мне эта вообще незнакомая. Недавно узнал про эти штучки. Вот шел одну сначала нашел, а сейчас вторую. Но первую я даже не понял, что это она, не смотрел, в карман кинул. А сейчас присмотрелся. Вот смотрите, и здесь узор вот на беленький, на этой и на этой. Это драгические пломбы. Есть вот вислые печати, но они покрупнее. А это вот маленькие такие драгические пломбы. Ну, как-нибудь я вам расскажу и про них. Вот. Это, кстати, вот эти вещи сейчас вот набирают популярность у коллекционеров. Как бы все больше и больше людей становится собирать их. Но я пока не готов к этому. Я их меняю там на крестики, еще на что-нибудь. Вот, нашел такую штучку, думал сначала это от перстенька кусочек. А нет, это пуговица. Вот такие узоры красивые. Ну, для тех времен, я считаю, красивые. Вот, ушко сломанное. Вот такая красотуля. Так, еще какая-то вот красотулечка выпала. На трактор засмотрелся, как раз мимо меня ехал. И сигнальчик. Ну, это накладочка на ремушок, наверное. Такая вот красотуля. Ну, вот как для поновища по этой теме запилить. Вообще такие вещи тоже зайдут хорошо. Вот, сколько ей лет и хоть бы что, и удобрения, и все другое. Класс. Монетки тоже здесь есть, но не снимаю их, не показываю, потому что в основном советы, даже поздних две. Вот две поздних. Одна щитовик, одна вот 36-го года двушка. И сейчас вот выпала монетка, но это уже какая-то медная. Ну, здесь поле их не щадит. А, нет, тоже
рамочник или щитовик. Герпизи. Да, щитовик 15 копеек. Ну вот, монетки тоже есть, советы. Это, я думаю, трактористы теряли, наверное. Потому что здесь, по-видимому, была какая-то, типа, прием пищи. Во времена, может, кусты какие росли, тенек. Потому что здесь от кефира вот этих фольги валом просто. Проволоки валом. Ну и монетки, вот советы. Так, нашел вот такую печать. Сразу, когда начал чистить, думал, уже это как вислая печать попалась. Ну, походу, какая-то попозже. Вот написано Киев, по-моему. Что-то такое. Наверное, какая-то типа ЖД пломба. Ну да, это что-то такое уже. Времен раннего СССР. Или, ну, может, поздних империй. Ну, наконец-то, наверное, целый. А то все кусочки от него и кусочки идут. Вот бубенчик. И ушко сломано. И лепестки замяты. Да, обидно. Ну, у меня есть целые. Ну, такого, как бы именно. Бубенчик какой-то. Не такой, как обычно. Круглый какой-то, но лепестки есть. Прикольно. Ну, вроде бубенчик. Только что вот эти находил. Лепестки обломанные. Так, друзья, трактора поехали уже домой. Видимо, рабочий день закончился. Ну да, я в 3:30 приехал, уже 5 по-любому есть. И вот, смотрите. Я еще в руки не брал. Но такое похоже, что... Это... Как оно? Уже витое колечко. Только... Оно такое чувство, что в серебре. Не фокусирует. Сейчас я вам в своих руках покажу. Оп, смотрите. Это что, серебряное? Ну, в те времена и серебряные были. О, сломанное, вы видите? Печаль какая. А, обидно. Ой, как видно, а. Смотрите. Ну, это серебро. И тех времен, представляете? И сломано. Нет слов. Жаль, очень жаль. Бывает и такое, друзья, смотрите, вот. Копнул ямку, ну, бляха, подумать. Навоза, короче, кусок лежит, вот, солома. И в ней что-то пищит. Ну, мне не хочется даже руками брать. Хотел уже загорнуть. Потом смотрю, что-то зелененькое светится. Думал сначала, может, с фермы там привезли с меди кусок. Но это, похоже... Украшалка тех времен, наверное, какая-то. Вот, смотрите, какая большая. Это, наверное, на нее вешались там разные штучки. Не знаю, целая она будет или сломанная. Но это шикарная вещь какая-то. Что-то здесь крутится еще. Вот такая. Да, это что-то типа украшалки было на нее. Вот на колечках еще подвешивались разные, наверное, типа коники, рысики там всякие. Ну, могу ошибаться, я еще такого не находил. Но вещь красивая. Только как она вешалась и что на нее вешалось. Ну вот, как я говорил в начале ролика, буду делать вам такие маленькие обзоры, минуты по две, отдельные видео, где мы будем узнавать вот про такие вещи. Что это, как это и для чего. Ну, колечки вот. Интересная вещь. Так, вижу гурт монетки. Ну, это, скорее всего, советина. Но снимаю для того, а вдруг золотая какая выскочит. Так бы было прикольней. Да, советская. 3 копейки.
куда она укатилась. Тридцать восьмой. 3 копеечки. Что-то вот хожу последних полчаса, только кусочки шмурт разные. Вот снова кусочек. Чего не знаю. Браслета, наверное, какого-то. Вот с узорчиками. Отломано. Вот такая штука. Не знаю, еще может полчаса похожу и домой отправлюсь. Завтра с утра приеду, буду дохаживать. Здесь еще треть не выходил места. А быстро ходить, ну, как бы, не хочу, потому что много пропущу. Вот еще какая-то штука выпала. Не знаю, что за она. И от чего. Вот такое ушко похоже, как на волкобое было. А что это, не знаю. Так, друзья, еще одна интересная вещь выпала. Не знаю, что это. Игла какая-то. Шило. Немножко погнутая. Ну вот, ушко есть. Не знаю. Ну ясно, что тех времен. Кто знает, пишите. Наверное, типа иголки что-то. Ну, такая вещь. Первый раз нахожу. Так, вот такая пряжечка выпала красивая. В патинке. Я таких еще не находил. Какая-то интересная. Вроде здесь еще один сигнал. Сейчас посмотрим. Так, что-то еще интересное бумкнуло. Так бумкнуло, как будто кольцо. Вроде не кольцо. Может, целый? Целый, что ли? Я уже штуки 4, наверное, нашел, и все поломанные. Бубенчики вот такие. Целые, ушко целое. И лепестки вот эти целые. Все целое, только помыть, почистить. И будет огонек. Класс. Именно вот такого у меня еще нету дома целого. Есть другого плана попозже, которые были с этими еще 3 лепестками. А вот именно таких нет. Уже темнеть начинает. Плохо фокусирует. Ну, целый весь, целый, видите. Ну вот, с фонариком не знаю, насколько видно. Вот здесь шмурда разного. Нацеплял здесь вот всякие обломочки. Вот не знаю чего. Вот такие вещи. Это браслеты какие были. Или от фибул. Вот они разных размеров. Как бы разные. Вот такие. Вот такая вот иголочка была. Ну, я думаю, иголочка с ушком. Вот. А вы напишите, если я ошибаюсь. Бубенчик вот целенький один. Остальные все поломанные. Так, 2 драгических пломбы. Вот они. Пряжечка интересная была. Вот это я не знаю что. Вот такая. Это типа от украшения, наверное. Коромысло такое. Вешали сюда всякие штучки. Вот обломок от крестика. Вот было серебряное лжевитое кольцо. Но с утраты. Перстенек еще поломанный. Еще от одного кольца, тоже серебряное вроде. А это, наверное, от браслета. Ну вот 2 в зачете у меня сегодня крестика. Один полностью целый, с ушком все. Маленький такой, у второго ушка половина отломана. Вот такие интересные. Вот эта пуговица, это накладка на ремушок. Ну и по монетам так себе. Советики. Поздние, ранние. Проскакивали. Но все равно я результатом доволен. Вот 2 крестика мне снова в коллекцию. Украшалочку я эту соберу, думаю. Посмотрю, как она должна выглядеть. Еще вот колечки только повесить. Посмотрел, ушки все целые. И будет разогнуть чуть-чуть.
будет красота. Ну и вот иголка первый раз попалась интересная. И вот эти вот пломбочки начинаю как бы понимать, искать. В общем, кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии. Ну и всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч!